контртеррористический центр ФСБ. Вам необходимо проехать с нами. Зачем? Пожалуйста, поторопитесь. Я переоденусь. Во-первых, хочу сказать, что ты стала врать. Ты обещал ко мне приехать, и не приехала. Мне стало лучше. Лучше? Ты перестала делать глупости? Нет. Делаю. Какие? С мужчинами знакомлюсь. Потом расскажу. Времени нет. Слушай, если я опоздаю хоть на минуту, то меня убьют. Во-вторых, я договорилась с одним профессором. Он умница, гений, он тебя посмотрит. Консультацию придется отменить. Я к тебе завтра зайду. У Васьки день рождения, видишь, я помню. Слушай, будешь уходить, дверь захлопни, ладно? Мама! Где папа? Уехал на работу. Как? Он-то обещал. Сегодня воскресенье, никто не работает. Послушай, он тебя отведет в зоопарк в следующий раз. Нет, мне нужно сегодня. Завтра каждый принесет фотографию своего любимого животного. И кого ты собрался принести? Я не знаю. Я должен прийти и посмотреть на него. А как я могу прийти и посмотреть на этого животного, когда я дома? Успокойся. Он скоро приедет. Стой! Дай денег. Зачем? Я пойду один. Я уже взрослый. Никуда я тебя не пущу одного. Понял? По центру сейчас не проехать. Садовая перекрыта. У американского посольства демонстрации. Протестуют против бомбардировок в Югославии. А куда едем? Глаза завязывать не будете? Зачем? Мы вам доверяем. Жарко? С этой погодой не поймешь. То зима, то лето сразу. Латиф Кисма. Взяли вчера в Минеральных водах. Последние 2 года отсиживался в Йемене. Он мне нужен. Зачем? Латиф занимает важный пост в Исламской освободительной армии. Он может знать о планах Джалида в России. И о том, кому предназначались деньги за ожерелье. Да, может быть. Иначе зачем он приехал сюда? Допроси его. Вместе с Зиминой. Ну ладно, вместе с Зиминой. Да, кстати, хочу предупредить. Я послал за Брагиным. А это зачем? По нашим данным, 6 лет тому назад Латиф руководил военными операциями на Кавказе. Возможно, захват Брагина тоже проводил он. А что ты тут делаешь? Я могу войти? Что происходит? Ничего. Ваня мне позвонил, сказал, что ему нужно в зоопарк. Я свободен. Давно я не был в зоопарке. Дядя Дим!
взял. Молодец. Это невозможно. Не говори ерунды. Мы просто идем в зоопарк фотографироваться. Ну, мам. Пойдем с нами. Нет, я не могу. Ну, тогда мы пошли. Пока. Здравствуйте. Анна Зимина, мы с вами встречались на допросе. Я вас помню. Простите, Михаил Семенович, можно вас на секунду? Да. Что он здесь делает? Приказ Багмета. Он приехал нам помочь. Помочь? Ну это же... это... Если у Брагина есть выход, если есть связной, через которого он общается с Джалидом, то Джалид узнает, что мы взяли Латифа. И тогда все. Вспомни, чему я тебя учил. Когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Ты хотел его проверить? Вот он, твой Брагин. У тебя есть уникальная возможность наблюдать за ним в стрессовой ситуации. Считай, что Багмет сделал тебе подарок. Зачем меня вызвали? Вы знаете этого человека? Да. Как его зовут? Латиф. Все звали его Тифа. Садист. Уже заговорил? Секретная информация? Про меня рассказывал? Это тоже секретная информация. Тогда зачем я здесь? Чтобы подтвердить нам его личность. И вы это сделали. И еще, чтобы рассказать нам все, что вы о нем знаете. Это он вас пытал? Да. Сафа, ты колым? Он говорит... Алексей. Он говорил при вас по-русски? Да. Они все немного говорили. Он хорошо понимает. Я буду говорить с вами по-русски. Я знаю, вы понимаете. Вы допрашивали и пытали нашего офицера, нам все это известно. Мы знаем,
Вы работаете на Паранжали, да? Вам это неинтересно. Мне тоже. А вот это... Это ваша семья. Как вы думаете, они еще живы? Взгляните, вы наверняка знаете этого человека. Фирас Макфир, член боевого крыла Исламской освободительной армии. Был схвачен американцами в 94-м в Исламабаде. А теперь посмотрите сюда. Это машина его жены. Она ехала в школу с двумя сыновьями. Через 18 часов после ареста Макфира их автомобиль взорвали. Тоже знакомый вам человек. Мухаммад Джавала, правая рука Джалида. Был схвачен израильтянами 2 года назад в Газе. Через 42 часа его семья, жена и 5 детей были расстреляны. 83 огнестрельных ранения. Первое, что делает Джалид после захвата своего человека, уничтожает его семью. Чтобы тебе нечего было терять. Чтобы тебя не могли шантажировать. Чтобы ты не продал секретную информацию в обмен на их жизнь. Чтобы мне нечего было тебе предложить. А я тебе предлагаю жизнь твоей семьи. Жизнь твоей семьи. Мы нашли у тебя 2 билета. Тбилиси-Стамбул, Стамбул-Эр-Рияд. В Саудовской Аравии этот борт приземлится через 14 часов. До этого времени Бен Джалид не будет знать, что ты у нас. Но ровно в 10:30 по Москве он поймет, что что-то произошло. Как ты думаешь, что станет с твоей семьей, если ты не выйдешь из самолета в Эр-Рияде? Ты много сам пытал. Знаешь, что такое боль? Боль. Когда очень больно. Напиши их адрес. Спаси их. Спаси свою семью. У тебя есть 14 часов. Уже меньше. Вы что, серьезно? Это все? Вы хотите защитить его семью? Его жена и дети уже в безопасности. Спасибо, вы нам очень помогли. Я хочу с ним поговорить. Это исключено. Я ничего с ним не сделаю. Я просто хочу, чтобы он меня тоже увидел. Это невозможно, у вас нет допуска. Если вы что-нибудь еще вспомните, пожалуйста, позвоните мне. Пожалуйста, позвоните позднее.
Начал писать.
теперь скажи, Мусир, начальник охраны принца Закира, работает на Джалиле? Я не знаю. Кому Мусир передал деньги в Москве? Я не знаю. Освобождение Брагина подстроил Бен Джалил? Я не знаю. Для кого предназначались деньги за ожерелье? Брагин встречался в плену с Бен Джалилом. Они виделись? Умар Хафиз, переводчик, ты его знаешь? Нет. Что ты делал в Минводах? Почему вы не убили Брагина? Для чего он был вам нужен? Осталось 2 часа, прошу вас. Это моя семья, вы мне обещали. Это зависит от тебя. Дай мне что-нибудь, чтобы я тебе поверил, чтобы я захотел их спасти. Дай! Чей это электронный адрес? Я не знаю. Ты туда письма отправлял? Что в них было? Я только отправлял, но всю информацию знает только главный, клянусь. Прошу вас быстрее. Мы проверим твой адрес, потом поговорим. Проходите, вас ожидают. Майор, когда я говорил, что наши двери всегда открыты для вас, я не шутил. Прошу вас, присаживайтесь, наш друг уже почти созрел. Он мне не друг, он мой враг. Конечно, я понимаю. Пустите меня к нему. Зачем? Я хочу посмотреть ему в глаза. Я думаю, я заслужил это право. Но у вас нет допуска. Вы же можете решить этот вопрос? Послушайте, майор. У нас сейчас счет идет не на часы, а на минуты. Дай сказать. Он издевался надо мной. Пытал, резал. Я просто хочу посмотреть ему в глаза. Он меня не сломал. Я должен это сделать, чтобы жить дальше. А ты должен мне помочь. Как солдат солдату. Одну минуту. Я отправил туда пустое письмо, чтобы установить телефонный номер получателя. И? Пока ничего. Оно уже полмира облетело. Бангкок, Сидней, Найроби, Цюрих. И продолжает летать. Идемте, майор.
Что там? Мы срочно уезжаем. Куда? В безопасное место. Быстрее, умоляю. Похоже, прилетело. Как Соня? Спасибо, хорошо. Прилетело письмо. Вот адрес. Ты выясни, кто прописан, чья квартира. Вот и хорошо. Выезжайте по этому адресу. А вы? А я домой. Я себя неважно чувствую. Объясни. Потом. Все будет хорошо. Верь мне. Все, отпусти. Отпустила. Спасибо. Чисто! 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 Проходите. Все чисто, в квартире никого нет. Спасибо, вы свободны. Я здесь останусь и хочу побыть здесь одна. Группа на выход!
Алло, опросите соседей и покажите все фотографии людей, которые были в Хавале. Пусть опознают, кто здесь остановился. Он был не один? Да, он был не один. Здесь жила женщина. Понял. Слушай, Латиф мертв. Что? Как это могло случиться? Горло перерезал. Где камеры видеонаблюдения? А я думала, ты на работе. А я дома. И что у нас сегодня на ужин? Красавица, прошу, говядины не ешь. Она в желудке пробивает брешь. Она в кишках кладет свои печати. Ее поевши, будешь ты пищать. Я догадалась. Другое дело, кролики по калорийности, они напоминают солнечные дни. Кролика нет, будет утка. С яблоками. Вино «Шато Латур» твоего года рождения. Как-то страшно его пить. Страшно, когда оно кончается, а пока жизнь прекрасна. Начал курить? Сегодня будем неистово вредить своему здоровью. Извини. Зачем ты пришла? Я не могла ждать до завтра. Софья, здравствуйте. Не знала, что вы прилетели. Да я прилетела. Простите, не хотела вам мешать. Я сейчас, милая. Латиф мертв. Он перерезал себе горло. Как это могло произойти? Вот, смотрите. Кто его туда впустил? Багмет. Вот, смотрите. Вот в этот момент Брагин мог передать лезвие Латифу. А знаете, что самое смешное? Это официальная версия. Они считают, что Латиф принес лезвие в подошве ботинка. Это же цирк. Это полный бред. Брагин так рвался туда. Нужно начать разрабатывать главного человека. Брагина. Нужно немедленно ехать к Багмету. Аня, давай завтра.
Но это же очевидно, что Брагин передал это лезвие. Зачем ждать завтрашнего дня? Давай на трезвую голову. Я сегодня никуда не поеду. Вы что, вы боитесь Магмета? Вы, человек, которому Саддам вручал орден мужества, вы что, вы боитесь Багмета? Прекрати. Ну что, что еще должен сделать Брагин? Может быть, Кремль взорвать, чтобы вы поехали к Багмету, чтобы вы перестали трястись? Уходи! Почему я все время делаю больно людям, которых люблю? Что ты, что ты? Дура. Ничего не получается. Мне, наверное, с работы нужно уйти. Никуда уходить не надо. Переночуешь сегодня у меня. И вообще можешь здесь пожить, пока все успокоится. Пойду белье принесу. Где была? Гуляла. С кем? С этим Костяном? Какая тебе разница? Как ты разговариваешь с матерью? Ладно, прости, я могу идти? Иди. Нет. Спасибо, папа. Извини. Нехорошо получилось. Она все время так себя ведет. Трудный возраст, сама говорила. Нет, не в этом дело. Я ничего не знаю, ни где она, с кем она, ее нет целыми днями. Хочешь, я с ней поговорю? Попробуй.
В нашей версии Латиф на случай ареста имел при себе кусок лезвия. И куда же он его спрятал? Предположительно, в подошве ботинок. Предусмотрительно. Да. Какие еще есть версии? Если бы у него было лезвие, он бы перерезал себе горло гораздо раньше. Вы слишком сильно на него надавили. Он только начал с нами сотрудничать. Зачем ему убивать себя, если у него появилась надежда на спасение семьи? Логично. И что же из этого следует? Да. Что из этого следует? А из этого следует, что лезвие ему передали. И передал ему лезвие кто-то из наших. Ты что, подозреваешь своих товарищей? Мы не должны исключать эту версию. Какие будут предложения? Полиграф. Я приготовила список. Все, кто контактировал с Латифом. Спецназовцы, двое наших оперативников и мы. Всего 13 человек. Через 2 дня положите мне на стол результаты полиграфа. Свободные. В следующий раз, когда тебе в голову придет гениальная мысль, обсуди ее со мной заранее, а не в присутствии начальства. Поняла? Держали меня. Можно список? И Брагин здесь. Охота продолжается? А вы как думали? Мы загоним его в угол. Честно говоря, я думал, что утром на моем столе будет лежать твое заявление об уходе. Я его написала, но потом мне в голову пришла совершенно другая идея. Понятно. Простите меня. Ну, простите меня за вчерашнее. Пожалуйста. Он никогда не пройдет полиграф. Никогда. Я, пожалуй, пойду. Привет. Здравствуй. Что случилось? Я тебя жду. Ну, пойдем к нам зайдем. Нет, нет, не надо. Там Лена. Я... Ну, не говори глупости. Пошли. Не надо, не надо. Я попросить хотела. Сегодня в воинской части церемония, Юрина. Я знаю, я буду.
Мне бы хотелось, чтобы ты выступил. Больше некому. Ну, ты последний, кто его видел. Конечно. Спасибо. Спасибо. Пойдем к нам за. Нет. Успокойся. Никого там нет. Куда мы едем? В безопасное место. А что случилось? Почему мы вдруг так быстро сорвались? Дорогой Тиш, я получила письмо без обратного адреса на свой почтовый ящик, о котором знают только там. Письмо пустое. Это значит, что на нас вышли. Добрый день, капитан Лапин. Ваши документы. А что случилось? Проверка. А. Я гражданка Эстонии. Муж отравился чем-то, поел в придорожном кафе. Куда едете? Домой, в Тарту. Аккуратней будьте. Счастливого пути. До свидания. Мама, можно я после школы задержусь? Зачем? Ты уже задержался. В развитии. Никого не спросила, между прочим. Сама задержалась в развитии. Просто дядя Дима мне обещал показать, как фотографии делают. У него на работе есть фотолаборатория. Нет, нельзя. После школы сразу домой, ясно? Ну почему, мам? Мы будем печатать фотографии. Что тут такого? Что мне теперь вообще нельзя встречаться с дядей Димой? Вы с ним поругались, а я нет. Мой друг. Ну, действительно. Пусть сходит. К другу. Браво, папа. Запрещено запрещать. Любимый лозунг анархистов. Ну, я пойду. Я вижу, вас мое мнение не особо интересует. Решайте сами, как хотите. Можно тебя на минутку? Иди. От. Сама такая. Объясни мне, пожалуйста, что происходит? Я говорю одно, ты другое. Спишь в углу, на меня даже не смотришь. Мы вообще муж и жена? У меня такое ощущение, как будто ты специально все разрушаешь. Ты нервничаешь. Мучаешься здесь. Говорила, будешь рисовать. Сама не рисуешь. Знаешь, мне кажется, тебе лучше вернуться на работу. Что? Не знаю. Подумай. Тебе сегодня Ваня собирается? Да, я знаю. В 2 часа придет фотограф, мы будем его учить. Ну? Можно я у тебя посижу? Ну, проходи.
Может, все-таки чаю? Ну, как хочешь. Ну, что случилось? Он сказал, что мне нужно вернуться на работу. Я не понимаю, что он хочет. Ты же знаешь, твое место свободно. Он тебя ждет. Ленка, ты с ума сойдешь, если там останешься. Ты слышишь? Вот смотри. Вот видишь, я ее разбил. Что можно сделать? Можно, конечно, склеить. Собрать все кусочки, знаешь, и собрать, и склеить. Только пить из нее нельзя. Лена, это уже не та чашка. И что? Это твоя семья, Лена. Ты ее пытаешься склеить, только вместо клея у тебя чувство вины. А на этом ничего держаться не будет, ты понимаешь? Ты такой убедительный бываешь, что тебя убить хочется. Во что ты играешь? Ты либо очень хитрый, либо очень глупый. Ну, а ты сама как думаешь? По-моему, это и другое. Пришел ответ из Интерпола. Юлия Лар, 29. Спасибо, Коля. Юлия Лар, 29 лет, родилась в Тарту в семье советского дипломата. Отец был послом в Катаре. В 85-м перевели в Москву, в 90-м отправляют ее учиться в Кембридж. Ведь Умар из Катара. Друзья детства? Вполне возможно. Прости, что втянула тебя во все это. Глупости не говори. Ты меня никуда не втягивала. Я сам решил. Я сам все решил. Потому что ты мне объяснила многие вещи. Я тебя люблю. Я тоже тебя очень люблю. Вместе мы все сможем. Вместе нам ничего не страшно. Слышишь? Откуда на нее досье в Интерполе? Участвовала в студенческих беспорядках в Манчестере. Несколько раз попадала в полицию. Там мы взяли отпечатки. А после университета? Следы теряются. Это плохо, когда следы теряются. Обожаю деревню. Ты знаешь, что это такое? Вишня. О, смотри, знаешь, как мы в детстве делали? Такие вот сережки. Давай я тебе надену. Да, веселый местечко.
Здесь мы в безопасности. Это они так сказали? Теперь ты хозяин деревенской избы. Давай, открывай. Замри. А что? Не шевелись, стой так. Не отпускай руку. Замри. Не убирай руку. Не отпускай. Не отпускай руку. Милый, спокойно. Успокойся, все будет хорошо. Стой так. Не шевелись. Не отпускай руку. Не отпускай. Не убирай руку. Чиновника с прекрасным образованием. Выходит замуж за мусульманина, который оказывается террористом. Молодая девушка, первая любовь, золотая молодежь, влюбляется в террориста и во всем ему помогает. Не верю. Похоже на бульварный роман. Откуда ты все это знаешь? Как надо влезть в окно. Обезвредит гранату. Меня готовили. Готовили? Кто тебе готовил? Почему ты мне никогда ничего не говорила? Зачем? Ну это важно. Мы не чужие люди. Я такие вещи о тебе узнаю. У меня ощущение, что я тебя совсем не знаю. Успокойся. Умар. Ну никак не могу успокоиться. Ведь твои друзья подкинули нам эту гранату. Надо сдаваться. Поехали в милицию. В милицию? Чтобы что, провести остаток жизни в камере? Под пытками? А я ничего не знаю. Они тебе не поверят. Нам надо избавиться от машины. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Вы Игорь Сергеевич Бакмет, директор контртеррористического центра. Да. Вы собираетесь говорить правду? Да. Вы женаты? Был. Да или нет? Нет. У вас есть дети? Да. Вы передавали Лизе Латифу? Нет. Все, Игорь Сергеевич, спасибо. И что ты делал в Гааге? Ведь у тебя там концерта ведь не было. Гуляла по берегу моря. Кормила чаек. Знаешь, что они там едят? Селедку. Угу. Там самая лучшая в мире селедка. Покупаешь целое ведро, ешь прямо на берегу, а головы кидаешь чайкам. И это все? Не все. Мне там предложили ангажемент на 3 года. Солисткой в национальном оркестре. И что ты ответила? Я согласилась. Там так спокойно. И море. А я что буду делать там? Ты мог бы там преподавать. Что? Кружок контрразведчика? Арабистику. Ну, я не знаю, ты мог бы выйти на пенсию. У вас же рано можно. Да. У нас и у балерин. У нас могло быть больше времени друг для друга. И у нас еще может быть ребенок. Значит, ты будешь играть в оркестре, а я буду сидеть дома и есть селедку. Или гулять по берегу моря с коляской и кормить чаек. Я уже взяла билет. На какое число? На 8. Ты уже все решила? Да. То есть от меня вообще ничего не зависит? А если я решу остаться, ты все равно уедешь? Ты что, от меня уходишь? Это сейчас происходит. Считай, что я еду в разведку. Я там все разведаю и тебе расскажу. Да. Я знаю, что обеденный перерыв закончился. Я уже еду. Иди, иди, я заплачу. Рад вас видеть, Михаил Семенович. А я тебя не очень. Ну, не последний раз. Начнем. Вы Михаил Семенович Вольский. Давай лучше сразу к делу. Вы сами знаете протокол. Вы Михаил Семенович Вольский. Да. Вы закончили институт стран Азии и Африки по специальности арабистик. Да. Вы собираетесь говорить правду? Да. Вы женаты? Не знаю. То есть да или нет? Да. Или нет?
У вас есть штамп паспорт? Пока есть. Так вы женаты или нет? Да. Вы передавали лезвие Латифу? Нет. Михаил Семенович, успокойтесь. Давайте еще раз. Вы передавали лезвие Латифу? Нет. Вы нервничаете. Давайте... Все. Хватит. Бред какой. В следующий раз. Поздравляю вас. Мы все неправильно поняли. Женщина. Все решает женщина. Всегда ездила с мужем. Никогда не отлучалась. Он переводил, а она что? Дома ждала. Борщи варила. У нас нет важного. Чем она занималась после университета? Мы что-то упустили. Коля, посмотри еще раз. 97-й. Благотворительная организация. Где конкретно? Так. Палестина. Западный берег, Южный Ливан. Подготовка в лагерях. Умар ее паспорт. Ее проездной билет. Синхронист из ООН вне подозрений. Она террористка. И при этом идейная. А это тяжелый случай. Я бы мог рассказать о Юре как о хорошем солдате, профессионале своего дела, лучшем снайпере, которого я когда-либо знал. Но я хочу сказать о другом. Он был моим другом. Он погиб как герой. Им не удалось его сломать. Я вечно буду помнить и любить своего друга Юру Хамзина. Вечная тебе память, Юра. Машину под Волоколамском. Угнана 4 часа назад. Есть свидетели. Опознали выгонщицу Юлию Лаар. Она едет в Эстонию. Да, знаем. Уже встречаем. Слушай, помнишь, ты говорил, было местечко в Торгпредстве в Амстердаме? Да, помню. А что? Узнай, пожалуйста. Что это ты вдруг на пенсию собрался? Устал? Да как тебе сказать? Ты чаек когда-нибудь кормил? Селедку съедаешь, а голову чайком? Нет. И я нет. Что это?
Это по работе. Иди, пожалуйста, домой, я сейчас приду. Пойдем домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, не приходите ко мне домой. Я по делу. По поводу Латифа? Вы его раскололи? Ага. Понимаю. Секретная информация. А зачем вы приехали? Вас вызывают в центр. Нужно пройти полиграф. Значит, я должен пройти полиграф. А зачем? А это, как вы говорите, секретная информация. Хорошо, я буду. Завтра в 10 устроит? Устроит. Дорогой? Да. Может, пойдем поужинаем где-нибудь? Юль, я тебя вообще не понимаю. Как можно сейчас о еде думать? А почему бы и нет? Я, например, ужасно проголодалась. Леша, Леш, ответь мне, пожалуйста. Ты не хочешь лечь в постель? Почему? Тебя давно не мучат кошмары. Ты не просыпаешься среди ночи. Почему ты не хочешь лечь со мной? И здесь нормально. Нет. Так больше не может продолжаться. У меня нет больше сил. Я что-то стараюсь, пытаюсь склеить, вернуть. Чего я стараюсь одна? Нет больше сил, Леша. Скажи что-нибудь.
со мной или нет. Ничего не говоришь. Что ты хочешь? О чем ты думаешь? Скажи, что что-нибудь хоть сделай. Наори на меня, устрой скандал, ударь. Но только не надо вести себя так, как будто ничего не происходит. Что происходит? Ты убиваешь меня. Понимаешь? Убиваешь меня. Давай спать. Все. Мне надоела эта фальшь. Либо ты ляжешь со мной в постель, либо уходи. Ну? Я жду. Тело Умара в мотеле под Изборском. Расстреляли прямо через окно. А Юлия? Либо успела сбежать, либо ее забрали. Если сбежала, надеюсь, мы ее найдем. Простите. Да. Да, слушаю. Это Брагин, не отрывая. Нет. Что-то случилось? В общем, да. Я не смогу завтра утром прийти на полиграф. Почему? Что-то я не в форме. А вы сейчас где? Не стоило приезжать. Выпейте. Да. То же самое. Что, опять подрались? Нет. Я только в дни рождения и праздники дерусь. По будням я спокойный. Что случилось? Да как вам сказать? А вы были замужем? Нет. Тогда не поймете. А что, так стать? Долго рассказывать. Вы не торопитесь, мне еще за руль садиться. Скажите, а почему, когда мы встретились на допросе Латифа,
Вы вели себя так, как будто мы до этого никогда не встречались. Вот в этом баре. А разве мы встречались? Так, постояли немного под дождем и все. Зачем кому-то об этом знать? Что? Ничего. Люблю такие моменты. Тихо. Как перед грозой. Тебе плохо? Отвратительно. Давай потанцуем. Я год не танцевала. Я не танцую. А знаешь, что я делаю, когда мне плохо? Поехали, покажу. Первый раз я пришла сюда, когда мне было 12 лет. У нас здесь дача недалеко была. Встанешь рядом? Латиф мертв. Кто-то передал ему лезвие, и он перерезал себе горло.